Ну что, завершился у нас центральный матч, наверное, этих выходных. Фортуна 2003 Доста. Команда Артема Плотницкого победила со счетом 2-0. Тем, ну такой был футбольный марафон. Три дня подряд играли. 1-0, 2-0, 2-0. Ни разу не пропустили. Расскажи, как настраивал команду в психологическом плане на такой футбольный уикенд и как оценишь вообще результаты трех этих игр? Ну, самое главное, мы выиграли все три игры, соответственно, не пропустили, не получили травмы. Вот, в принципе, это и приятно. Но хочу сказать, то есть мы сделали только маленький шажочек, да, к своей цели, к медалям. Впереди нас ждут еще, получается, четыре игры чемпионата очень важных, в которых обязательно нужно выигрывать, да. И, соответственно, в кубке у нас там бескомпромиссный бой против золотого. Кстати, получается, золотой чемпион, да? Да, получается, что золотой чемпион. Можем, в принципе, поздравить все команды Василия Васильева. Да, мне цепка нужна, Вась, этот, сделай мне скидочку, сделаешь, если напишу тебе в директ. Ну, блин, золотой чемпион на длинной дистанции, все-таки эта команда сильнее всех, давайте будем объективными, мы дальше продолжим бой, и, соответственно, с Фортуной, и с Волной, поэтому все впереди, приятно, что выиграли, респект Косте, с Костей всегда хорошо общаюсь, конечно, он сейчас злится на меня очень сильно, вот, ну, блин, это футбол, поэтому продолжаем играть, Вася Ершов, тебе привет! Кость, ну, вот отличное настроение у Артема Плотницкого, так понимаю, что у тебя, конечно, оно... наверное, противоположное. Отличный второй круг. До этого матча действовали без поражений. Сегодня, в принципе, по качеству игры, мне кажется, Фортуна играла довольно-таки неплохо. Были моменты. Дубнис сегодня очень много спасал команду. Есть ли у тебя претензии именно по качеству игры или просто это футбол немножко не повезло? Нет, по качеству, мне кажется, наоборот, мы провели плохой матч на самом деле. То есть много не получалось. То есть в центре у нас что-то мало было полезных действий, так скажем, да, там, то есть плохо доставляли мяч в штрафную. Подходы были, конечно, да, там, то есть вот, но все равно я считаю, что должны были играть острее там и так далее. Еще не хватало нам, естественно, ударов, то есть вот, которые мы били удары, в принципе, да, там, то есть вот, ну, Дугнис, Леша там все как бы спасал, да, но там, по сути, таких там сильно таких уже прям, ну, имею в виду подготовленных опасных моментов, по сути, не было. Просто били в руки там и так далее, там даже, ну, какие-то такие ударов хорошие не получалось. Вот, я считаю, что, ну, вот как так, висели на воротах, но что-то как-то там в конце не хватало нам в завершении, то есть вот, ну, поэтому не забиваешь ты, забьют тебе, соответственно, все. Вот такая ситуация. Тём, ну вот, конечно, не очень такой колоссальный эффект имел фактор первого забитого мяча. Там Шайдаев забил просто роскошный гол. И, на мой взгляд, сегодня отыграл просто он великолепно. Как ты, ну, ты хорошо с ним общаешься, твой друг. Расскажи, пожалуйста, как он так профессионально подходит к делу. Футболист все-таки без контракта, выкладывается по полной, получает по ногам, стелится в подкатах, забивает сегодня вот как раз такие голы. Как он поддерживает такую мотивацию и увидели ли мы его в дальнейшем? Слушай, ну, это любовь к футболу, так по секрету скажу. Не то, чтобы он не без контракта, но у человека есть предложение, просто он думает. Вот. По поводу его профессионализма, ну, много говорить не буду, вы все увидели. Человек не боялся, там, ставил ноги, шел в стык, там, и с Тёмой, и с Сёмкой, они рубились в середине, и с другими ребятами. Поэтому ему большое спасибо, что все-таки, ну, этот уикенд поддержал нас. В дальнейшем он уедет на сборы. Вот, да, классный гол забил, как он мне сказал в перерыве, ты видел, я Стиви Джерард, ну так прикольнулся, да. То есть, возможно, в принципе, у него было сегодня даже так последнее выступление в этом сезоне, да, в этом сезоне за Досту. Да, да, на самом деле, хочу отметить, в принципе, мы все играли там, боролись, старались, он, конечно, нам помог очень сильно, и во втором тайме волна очень сильно давила, в середине создавали преимущество, но у них 4 человека в середине, то есть через фланги, подача, были моменты, там, Сэм, ну, Семенчук не забил головой, там, с выгодной позиции, они давили, в принципе, с их стороны гол-то назревал, просто мы вот этот момент, получается, перетерпели, да, и, соответственно, в контратачке забили. А так, блин, ну, мы выиграли за счет самоотдачи, вот и все. Волна давила, Артем сказал. Я сказал волна? Да. Извиняюсь, ну, Фортуна, извини, Кость. Кость, ну вот проиграли, в принципе, такой не самый простой остается календарь у Фортуны, много тяжелых игр. Как оценил шансы в борьбе за серебро, если не ошибаюсь? Так, сейчас не смотрел турнир таблицу Life, но вроде все в ваших руках, да, если не ошибаюсь? Да нет, тоже, конечно, да, все в наших руках, поэтому нужно оставшиеся матчи выигрывать. То есть я считаю, что эта задача нам под силу. То есть, ну, при всем уважении там, к Золотому, да, там, то есть вот к их команде. Я считаю, что если мы соберемся, покажем свой футбол, то мы можем их обыграть. Вот и все, то есть, ну, все покажет. Покажет игра. Вот. Ну а дальше уже посмотрим. То есть там, в принципе, дальше у нас получается Гарант, да, и у нас еще резерв. Да, Гарант, резерв и Золотой. Да, я в курсе. Вот поэтому
Ну, дальше все. Я думаю, что если золотое обыграем, то должны на волне как бы успеха там также должны оставшиеся матчи выигрывать. Ну, видимо, у нас судьба серебра и бронзы решится в самом последнем туре, возможно, даже в последних матчах вечерних. Ждем результатов итоговых Суперлиги. Удачи обеим командам. Спасибо. Удачи. Да, я эту победу обещал Паше Ефимову посвятить. Да, я люблю после студии что-то там типа забалаболить в конце. Я Паше на кубке, когда мы играли, я Паше Ефимову обещал привет передать. Он теперь у него золотая медаль. Паш, как и обещал.